Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Добрый день! Предлагаю сегодня вашему вниманию вот такой интересный, красивый мотив из новых ниток. Вот такие вот моточки пришли мне сегодня. Цвета моды. И вот желтый цвет точно такой же. Очень интересная структура, блестящие ниточки, хлопок и очень интересные вязания. Получается вязание крупное, яркое, красивое. Сам мотив очень простой. Я предлагаю сегодня вашему вниманию вот такую вот интересную летнюю тему. Мотивы безотрывным способом, новыми ниточками, новым хлопком от кировского комбината. Называется «Цвета моды». Давайте посмотрим, да? Сегодня я получила вот такие интересные ниточки. Такие яркие, летние. Это новые у нас, смотрите, «Цвета моды». Новая ниточка. Кировский комбинат. Вот, многие знают, я вязала нарциссом. Есть у них несколько разных линий. И сегодня я хочу предложить вам попробовать связать с таких новых ниточек, с такой новинки. Называется «Цвета моды». 75 грамм в 190 метров. Устойчивая окраска. Вот. Написано, что нитки для ручного вязания. Хлопок мерсеризированный. То есть хорошая скрутка. Крючок для таких ниток я беру 2,5. И хочу вам предложить очень интересный узор. Очень интересный узор. Так, сейчас мы найдем, где наши ниточки спрятались. И где их можно безболезненно достать. Вот наша ниточка. Очень интересный цветок или цветочное вязание. Безотрывным способом. Что мы делаем? Мы даже можно вот так сначала кольцо взять. Вот, ниточка достаточно красиво блестит, такая плотная, интересная. Вот, и мы в кольцо с вами провязываем 12 столбиков с одним накидом. Вот, наше первое кольцо. 2, 3. Очень приятная ниточка на ощупь. 4, 5, 6. Немножко подтягиваем. 7, 8. Мотив у нас будет небольшой, но очень красивый. 8, 9, 10, 11 и 12. 12 провязали. Смотрите, подтянули. Вот здесь вот подтянули, да? Вот. Наш хвостик. И соединяем самым первым столбиком. Так, еще разочек. Соединили. Теперь наша задача. В каждый столбик провязать пышный столбик, 4 воздушные петли подъема, в это же место вкалывания 1 столбик, вот, и 2 столбик. И теперь провязываем вместе. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида и в следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. И тут получается у нас с 2 накидами с общей вершиной. То есть мы делаем 2 накида, провязываем 1, 2. И когда у нас вот уже на крючке получилось 3 петельки и 4. Вот таким образом.
1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида в следующий столбик. Точно так же вяжем столбики с двумя накидами, 3 штуки, но с одной общей вершиной. Мы 12 лепесточков. Смотрите, как теперь будем переходить на второй цветок. И как нужно закончить наш последний цветок, чтобы было правильно. Мы вяжем только 3 воздушные петли. Только 3 воздушные петли. И вот смотрите, где у нас вот основание. Мы делаем столбик с одним накидом. Вот таким образом. Наша задача вот быть ровно в центре вот этих воздушных петель. Вот с этого мы начинаем вязание дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительным столбиком соединяемся. 1, 2, 3, 4, 5. За воздушную арку мы просто присоединяемся. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. У нас должно получиться 5 воздушных арок. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединились. И теперь мы начинаем вязать вот. Вот так вот у нас должно получиться. И теперь мы начинаем вязать с вами второй мотив. Для этого что мы делаем? Смотрите, мы делаем для соединения или для вязания второго мотива нам нужно набрать 20 воздушных петель. Вот мы последнюю арочку присоединили сюда, пятую по центру. И от нее вяжем 20 петель. 17 мы провязываем. На 17 держим палец. 1, 2, 3, пускай 4, пускай 21 петля будет, да? 24, чтобы было удобнее вязать. Вот. 1, 2, 3 воздушные петли провязали. Отсчитываем 1, 2, 3, вкалываем в третью. Вот это у нас с вами 2 столбика уже. Надо провязать еще 10. 10 столбиков первого ряда вот наш вот, вот в эту маленькую цепочку. Из 4 воздушных петель. И вот вяжем 4 и считаем 12. Довязали 12 столбиков. И вот вяжем 1, 2, 4 воздушные петли. Внизу отсчитываем 1, 2, 3, 4. Делаем вкалывание. Вот так вот мотив перекладываем и здесь в центр провязываем как бы наш третий столбик. И чтобы он не выделялся, давайте еще вот так соединим. Вот так. Вот, все. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Это мы с вами знаем, умеем. 5 воздушных петель и 3 столбика с двумя накидами и с одной общей вершиной. Вяжем 12 лепестков таким образом. Вот, несложно. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем до конца ряда. Связали 12 лепестков. Вот у нас должно быть последнее соединение. Мы провязали не 5, 3 воздушные петли. И вот здесь, где у нас, смотрите, воздушные были петли, отсчитываем третий, 1, 2, 3 по счету. Третью воздушную петлю и в нее соединяем вот так вот. Вот такое у нас соединение должно быть. Теперь перекидываем мотив, вяжем еще 1, 2, 3 и вот и делаем соединение вот сюда, вот сюда. Здесь петельку мы оставляем на другое соединение, а вот здесь вот у нас воздушная арочка. Вот таким образом. 1, 2, 3. Вот. Что у нас с вами должно получиться? То есть мы цепляем вот сюда, за воздушную арку. Вот, все. Соединение у нас закончено. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Цепляем за воздушную арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Цепляем за воздушную арочку.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Вот. Давайте посчитаем. Вяжем воздушные арочки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных арочек провязали и начинаем новый мотив. Новый мотив нам что нужно для этого сделать? Провязать 17 воздушных петель для мотива всего нашего, для всех переходов, и 4 воздушные петли для центра. Вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 провязали. Здесь держим палец. 1, 2, 3, 4 провязали. Четвертую петельку соединили. 1, 2, 3 провязали. Находим 1, 2, 3. В третью делаем вкалывание и провязываем. Вот так мотив перекидываем и провязываем здесь. Еще 10 столбиков с одним накидом. Наши центральные воздушные петли. Где наш самый-самый центр? Вот сюда. Провязываем. Еще 10 столбиков с одним 12 накидом. 12 провязали. Соединяем. Провязываем 4. 1, 2, 3, 4. Находим по цепочке четвертую петельку. 1, 2, 3, 4. Соединяем. Мотив перекидываем. И сюда вяжем с двумя накидами по центру. Наш первый лепесток. И помните, да, чтобы он хорошо у нас как бы смотрелся, надо его соединить. По центру. Ниточка у меня тут расслоилась. Вот. Соединили и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И в каждый столбик мы знаем, что мы уже вяжем. Довязываем третий мотив. Вот. И я покажу, как переходить на второй ряд. Все несложно. Таким цветочным мотивом можно связать очень интересные, яркие вещи. Давайте свяжем еще один мотивчик. Связываем последний цветочек арочками. Дошли до предпоследней арочки. Вот. Теперь смотрите, что делаем. 3 воздушные петли привязали и соединяем. Вот у нас здесь вот такая была арочка большая. 1, 2, 3. И переходим к другому мотиву. Вот такая вязка. Здесь вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Так, так, так. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. 1, 2, 3. Это уже мы когда связали последний. Вот у нас. И большая арочка. 1, 2, 3. Следующий мотив. Вот таким образом у нас с вами получается. Вот, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Связали. И начинаем вязать новый мотив. Вяжем его точно так же. 17 воздушных петель для перехода и 4 петли для центрального кружочка. 4 воздушные петли. Вот, вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем, вяжем, вяжем. Да? Связали мотив второго ряда. 3 воздушные петли
соединяем и все делаем, абсолютно все то же самое, что мы с вами делали. Крепим в третью петлю, перекидываем вот так вот мотивчик, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли вяжем, смотрим, где мы будем соединять. Мы соединяем за свободную, вот, за свободную петельку первого мотива. Раз, два, три. Довязали. 1, 2, 3. Теперь мы смотрим другой мотив. Свободная петелька вот у нас идет. Здесь мы соединяем уже 2 воздушные арочки. Первая арочка. 1, 2, 3. Смотрим с воздушную. 1, 2, 3. Смотрим, что у нас с вами получилось. Вот, соединение. Здесь 2 арочки мы соединили. Здесь вот первая, и вот здесь вот будет вторая. Второе соединение, когда будем все соединять. Теперь нам нужно связать следующий мотив. И будем соединять вот здесь вот 1, 2. 1, 2, 3, 4. То есть мы делаем соединение между цветочками. Вот что мы делаем. Мы провязываем 2, 3, 4, 5, соединили, и начинаю вязать 1, 2, 3, начинаю вязать мотив 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше вяжем, да? 11, 12. Вот, вяжем еще один мотив. Как мы знаем, нам нужно набрать 17 и 4, 21 воздушную петлю. Набираем и вяжем. Еще один мотивчик наш готов. Как мы его получили? Я думаю, вы помните. Довязываем 12 лепестков, провязали 3, да? Ищем здесь 1, 2, 3 петля наша, соединили мотив, перекинули, вяжем 1, 2, 3, соединяем с мотивом. Здесь только вот одно соединение, больше некуда. Мы сюда вкалываем крючок. 1, 2, 3. Вкалываем в тот мотив, который мы сейчас с вами вяжем. 1, 2, 3. Смотрите, что у нас получается. Теперь мы будем вкалывать сюда и сюда. А потом сюда и сюда. Ровно по центру у нас должен получиться мотивчик. Вот. Провязываем 1, 2, 3. 1, 2, 3. Смотрим, куда. Вот. Второй лепесточек. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Смотрите, получается, мы соединили с первым мотивом в одном месте. Во втором мотиве 2 места. В третьем мотиве тоже 2 раза. 2 лепесточка. По центру. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот сюда. 1. Ах ты, не торопись. 1, 2, 3. Вот, наш мотив готов. Вот таким образом у нас все получается. Все красиво. Вот. Теперь наша задача просто-напросто обвязать мотивы. Здесь соединить, обвязать мотивы, соединить, обвязать мотив. Все. Вот такое соединение очень интересное, очень красивое. И чем мне нравятся ниточки, цвета моды? Тем, что, во-первых, у них очень хорошая толщина. Получается большой объемный рисунок, узор, который можно связать любую летнюю вещь. Она будет очень красиво смотреться.
Вот. И объемно, и красиво. Можно попробовать таким узором связать какую-то летнюю себе вещичку. Давайте попробуем, да?